Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. В последнее время все более популярным становится мессенджер Telegram. И многие, кто занимается продвижением проектов и каких-то партнерских программ, интересуются, с помощью какого инструмента можно эффективно продвигаться в Telegram. И здесь я показываю инструмент под названием Телепарсер. Как видите, у него много различных функций. Например, он умеет парсить из чатов, рассылать по чатам, рассылать по контактам, настройка аккаунта, обработка базы, вступить в чаты, выйти из чатов, репост канала, массовый репост, инвайтинг и так далее. И, например, в данном случае я хочу воспользоваться функцией массовый репост. Сразу хочу предупредить, что при использовании данного инструмента не рекомендую использовать свой основной Telegram аккаунт, так как он может быть заблокирован в связи с тем, что программа будет рассылать большое количество сообщений. За небольшую плату вы можете приобрести дополнительный Telegram аккаунт и использовать его. Если он будет заблокирован, это не страшно. Я создал отдельный канал в Телеграме и разместил в нем ссылку на YouTube-видео со своего канала под названием «Форекс-робот заработал 39 477 долларов». Итак, я сделал все необходимые настройки, нажимаю кнопку «Ок». Появляется сообщение «Данные заполнены неверно, действительно продолжить». Я нажимаю «Продолжить». Как видите, появилось сообщение «Начинаю массовый репост». Здесь я могу нажать кнопочку «Показать браузер». И вот обратите внимание, что программа автоматически выбирает энное количество чатов, в которые сейчас будет отправлено мое сообщение, то есть будет сделан репост. Все, мое сообщение отправлено. Причем программа настроена таким образом, что следующая отправка может состояться через определенное количество минут. Вы можете настроить, например, через 10 минут, через 20 минут, через час. У меня настроено через 40 минут. Я думаю, что многих из нас раздражает спам, когда нам делают рассылку прямо в личку. Меня это тоже раздражает. А в данном случае массовый репост происходит в специальные спам-чаты. То есть дополнительно к программе предоставляется большой список спам-чатов, где совершенно бесплатно вы можете рассылать ваше предложение и любую вашу рекламу. Некоторое время назад я уже запускал массовый репост, и как видите, каждые 40 минут процедура повторяется. Правда, после того, как процедура повторилась 10 раз, появилось сообщение о том, что аккаунт заблокирован. Именно поэтому я говорю не использовать свой основной Telegram аккаунт, а воспользоваться специально купленным для этой цели. Как видите, под видеороликом появилась цифра 641. Это означает, что в результате вот такого массового репоста данное сообщение увидели 641 раз, что, на мой взгляд, неплохо. Данный инструмент может быть интересен любому интернет-предпринимателю, который хочет продвигать проекты и какие-то партнерские программы через Telegram. Более подробную информацию о данном инструменте вы можете найти по ссылке внизу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.